солнце, и вы смотрите рубрику «Вопрос-ответ». Ну что ж, не будем тянуть время, и вот он первый вопрос. Аня спрашивает, какой человек внушает мне страх? Вообще, я не общаюсь с теми людьми, которые меня пугают. Но есть люди, у которых очень темная радужная оболочка, и создается впечатление, что ее вовсе нет. Они меня пугают, они напоминают мне демонов и зачарованных. Катя спрашивает, если бы я была жвачкой, то с каким вкусом я бы была? Вообще, мне бы хотелось быть моей любимой жвачкой, сладкая мята со звездочками. Но мне кажется, что больше мне бы подошел вкус Orbit Lime. Не знаю почему. Кстати, интересный факт обо мне. Я всегда загадываю желание, когда мне попадается звездочка на жвачке. Но вот есть у меня пачка, открываю я ее, и первая жвачка у меня без звездочки. Я отдаю ее моей подруге. Ну и вторая жвачка тоже без звездочки, я отдаю ее второй подруге. И так я могу раздать всю пачку, и если в ней не будет звездочек, я не буду ее есть. Алина спрашивает, почему я такая крутая? Ну вообще я думаю, что я такая крутая, потому что... Поля спрашивает, сколько сахара я добавляю в чай? Несмотря на то, что я очень люблю сладкое и верю в то, что если я буду есть много сладкого, я буду не толстенькая, а сладенькая, чай я пью без сахара. Аркоша, ну, если я правильно прочитала, спрашивает, как устроить романтический ужин для девушки? Я, конечно, не Серж Горелый, но попробую дать тебе несколько советов. Вообще, я думаю, любой девушке будет приятно, что ты приглашаешь ее на романтический ужин. Но самое главное, оставь все в секрете. Просто скажи, что зовешь ее на ужин. А что там будет, об этих деталях умолчи. Я думаю, девушке будет приятно, если ты сделаешь для нее сюрприз. А в принципе, просто будь самим собой. Неважно, куда вы пойдете. Быть может, это будет пикник, или же вы пойдете в кафе, а может, ты пригласишь ее к себе домой. Это не важно. Если ты будешь самим собой, и если ты от всей души будешь стараться сделать девушке приятно, то обязательно все получится, и ваш романтический ужин пройдет вот так. Быть может, потом она даже наградит тебя поцелуем. Виолетта спрашивает, какой мой любимый цвет и цифра, и почему? Любимых цифр у меня, пожалуй, три. Это 2, 7 и 72. Собственно говоря, почему, представления не имею. Точно так же не знаю, почему мои любимые цвета желтый и черный. Но желтый, наверное, потому что солнце, а черный, потому что, не знаю, вспышки на солнце. Представления не имею, просто мне нравятся желтый и черный. Аня спрашивает, чего не хватает в моем телефоне. Фронтальной камеры. У меня iPhone 3GS, поэтому на нем нет фронтальной камеры. Если бы она была, я бы намного чаще радовала вас фотографиями и маленькими видео в Инстаграме. А так, что, наслаждайтесь Твиттером и фотографиями в Инстаграме, которые появляются довольно редко. Все равно люблю свой телефон. Влада спрашивает, есть ли у меня домашние животные и просит их показать. Да, у меня есть кошка, которую зовут по паспорту Рэйчел Эмеральд Стар, а дома мы ее зовем Ириска. Но сейчас она где-то спит, поэтому пойду ее искать. Спала она у меня, никого не трогала, и я принесла вам ее показать. Ну, вот она, моя любимая Ириска. Вот такая кисточка, хорошенькая, моя любимая. Но, пожалуй, я ее отпущу спать дальше, а то она миссис Уэй как не любит. И последний вопрос на сегодня, опять же, от Ани. У нее настолько интересные вопросы, что у меня разбежались глаза, и мне пришлось даже два вопроса от нее вставить в один выпуск. Она спрашивает, что я говорю себе, если должна работать, но нет настроения. Вообще, я себе ничего не говорю, если не хочу работать. Если я не хочу работать, значит, я беру и откладываю работу. К любой работе должна лежать душа. Иначе в лучшем случае работа получится, ну, так себе. В принципе, иногда мне хватает 10-15 минут для того, чтобы отложить эту работу, отдохнуть, собраться силами, и с новыми силами я начинаю работать, и тогда все получается очень классно. И вам советую, просто соберите силами с хорошим настроением и в бой! Только тогда у вас все получится. Из-под палки ничего делать не нужно.
Ну что ж, на этом очередной выпуск рубрики «Вопрос-ответ» подходит к концу. Если вы хотите задать мне интересный вопрос, заходите в мою официальную группу ВКонтакте, находите специальную тему в обсуждениях и задавайте туда интересный вопрос. Если он мне понравится, я обязательно озвучу его в новом выпуске. Ну а с вами была Солнце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям, а главное, никогда не переставайте улыбаться. Пока!